Учредителями фестиваля выступило Управление культуры администрации города Сочи, а также администрация Хостинского района. Для курорта фестиваль «За веру, за отчизну, за любовь» имеет немаловажное значение, поскольку повышает уровень патриотического воспитания юных сочинцев и не дает угаснуть памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. Популяризация армейской песни сегодня – одна из главных задач фестиваля. У нас этот фестиваль проходит уже 26-й раз. У нас он пользуется большой теплотой среди жителей и гостей города. И мы, как от администрации города, от управления культуры, всегда готовы поддержать его. По словам Владимира Ведищева, фестиваль стал настоящей жемчужиной апреля, самым крупным и уникальным мероприятием месяца. И когда уже в нашем городе начинают собираться гости, именно это мероприятие всегда встречает их в Зимнем театре у нас постоянно практически целую неделю. Поэтому для города этот фестиваль имеет особую значимость, и поэтому в такие даты у нас и проводится. Членам жюри предстоит выбрать лучших в 9 номинациях, каждая из которых по-своему интересна и значима для участников. Ими стали военнослужащие запаса, военнослужащие по призыву и контракту, гражданский персонал, курсанты и слушатели военно-образовательных организаций и представители казачьих формирований. Почетный гость фестиваля Владимир Савенко представил главный приз, за который будут бороться музыканты. Конкурс пройдет в Зимнем театре с 17 по 21 апреля. Также состоятся выездные концерты участников в воинских частях, санаториях и домах культуры города. Асаль Тулегенова, Валерия Осача, Дмитрий Говорков. Время новостей.